Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами устройство Sony Xperia 10 Mark III. Сейчас я вам покажу, как на этом устройстве включить ночной режим. Открываем приложение «Настройки», затем выбираем пункт «Экран», затем, смотрите, нам нужно нажать на кнопочку «Баланс белого», и здесь можем настроить на теплый. Все, мы включили ночной режим вручную. Спасибо большое за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь, и до скорых встреч. До свидания!